резко континентальный климат, то есть там все спокойно, а то потом резко что-то выскакивает. Тут, как говорится, как по волнам идешь, природа не дает расслабиться, будем говорить. То у нас, получается, сейчас южные районы нам снабрегали, это переметы. Тут снеговая нагрузка, первый раз за 120 лет такая получилась. Соответственно, уже крыши начинают напрягать. Ну, здесь, будем говорить, ситуация не дает расслабиться. Природа никогда нам не дает расслабиться, но мы всегда готовы реагировать и будем работать на опережение. В любом случае. Спасибо. И в одной вязке.